Я, конечно же, прочитал везде, и вообще читаю каждый день русскую прессу, и все комментарии, и в «Орской хронике», и на ors.ru, и на ors.56, ors.ru, и так далее. Все читаю. Ну как не посмаковать? Я одно хочу сказать, что в том, в чем обвиняют, Орским проектом это не имеет никакого отношения. Если говорить о Анатолии Борисовиче Бало, о его отношении к Оренбургской области и к этим проектам, и к этому заводу, то ничего плохого здесь сказать нельзя. Только хорошее. Только хорошее. И, только, понимаете, только три проекта в Орске. Да. И будет еще два в области. В Абдулинском районе и Светлинский район. Это пять. Никогда не было отказа, никогда не было непонимания, никогда, всегда только навстречу предприятию. Только навстречу предприятию. Вот я только хотел бы, чтобы вы тоже к этому делу относительно, ну, относились, что ли, с пониманием. Скажите, а вот сегодня как только водоканал, главу, ну, а когда я был главой, что не было вы? Не так часто. Тихо, подождите. Вы, и что, в России нет таких их? Нет. Скажите, кто из вас сомневается в том, что сегодня все сети могут иметь? Все по всей стране. Согласны? Амортизация до 80%. Ну, везде, все.